друзья, вот мы видим наш декоративный материал Mistera. Это фирма Element Decor, высокое качество материала. Итальянцы совместно с Днепропетровском делают. Такая вот набивочка. Нанесли грунтовочку, элемент грунт, фарбу грунт. Нанесли первый слой нашего материала на СДИР. Материал сутки высох. И наносим сейчас наш материал. Вот делаем такую красивую набивочку ежика. И будет в дальнейшем очень интересно смотреться. Карта мира или срез коралла. И сейчас мы наносим с моим напарником наш декоративный материал Mistera. Это декоративный материал с мелкой фракцией песка. Это известковый материал, это очень важно. Он гипоаллергенный, препятствует появлению грибка на вашей поверхности. Экологичный, легок в работе, не так быстро сохнет. Легко и можно моделировать, наносить, создавать какие-то новые фактуры. В нашем случае фактурка называется срез коралла. Или карта мира, или, как говорят в Одессе, чокс. Предварительно мы прогрунтовали наши стены глубоко проникающим грунтом элемент. Потом прокварцевали фарбогрунт элемент. И наносим наш материал. Нанесли первый слой. Как бы не показывали, первый слой наносится на СДИР. Он высыхает. Цвет палаза 60 в нашем случае. И наносим второй слой, когда все просохло. Делаем вот такую вот красивую набивку хаотичными движениями, наносим, набиваем, где-то надо, добавили чуть шпателькам, сделали такого ежика, нашпатили и аккуратненько, меленько бьем. В нашем случае надо набить очень мелко, красиво, без больших каких-то островов, все должно быть очень аккуратно.